Азы, здравствуйте, дорогие друзья. С вами товарищ Санек и сайт strong-game.net. Мы продолжаем проходить Strong Crusader Extreme. И остановились мы уже на пятой миссии под названием Болотистый остров. Ну что ж, карта маленькая у нас. Мы располагаемся по центру. Тут визир, у нас 6000, у визира, соответственно, в 4 раза больше. Но это не критично. Делаем скорость на минимум. Ваши указания. Ставим один склад, один рынок. Амбар куда-нибудь бы запихнуть, чтобы... Во! Вот сюда вот. Принципы-то. Визирь, визирь. Визирь. Визирь, визирь. Визирь. Ну, что ж я могу сказать по этому поводу? Мне вообще по барабану. Сколько он тут понатыкал твоих хреней, скажем так. Потому что я успею нанять хлопцев быстрее. Не хватает рекрутов, сэр. Нас атакуют! Да, босс! Не хватает рекрутов, сэр. Не хватает рекрутов, сэр. Что нам делать? Да, босс! Не хватает рекрутов, сэр. Ну, пока я тут набираю команду, можно вот этих вынести, товарищи. Не хватает рекрутов, сэр. Не хватает рекрутов, сэр. Не хватает, рекрутов, оружия, сэр. Ну что ж, передаем большой привет визирю. Ждем ваших приказов. Не хватает оружия, а? Сэр. Ох, черт, успел. Не критично. Вам понадобилась сила? Шевелитесь, собаки! Они покойники! Послание от визита. Зачем ты привел свое жалкое войско к моим стенам? Убирайся! Они Но даже не поймут, что это было! Послание от визиря. Мои воины снова сравняли с песком твои стены. Ой, уж какой. Вы пехота! Чего вам понадобилось сила? Запасы провизии убывают, мой лорд. Послание от визиря. Прочь от моего замка! Тук-тук-тук! Железная пугала! Вот и все. Послание от визиря. Смерть как все просто. Не была мне предсказана! Нет! Победа! Ну, в общем-то, дорогие друзья, спасибо за просмотр, с вами был товарищ Санюк и сайт strong-game.net. Подписывайтесь на наш канал, а также вступайте в нашу группу ВКонтакте и заходите на наш сайт. Ну еще можете подписаться на мой игровой канал, там прикольно.